I don't know what I did wrong in my past life to deserve you. Ray, you're 40 years old and you have no idea what's really going on. I don't know how you've gotten this far. I don't know how somebody hasn't put a bullet in your Mother Teresa head yet. Hey, watch your mouth, Leon. I can't believe we're having this fucking conversation. What, are you gonna run to mommy? Are you gonna jump on daddy's knee? Ask for a wet kiss? Hey, Tony! Freeze, asshole! Whoa! Easy. Meet my new partner, Mr. Hip. He's gonna make sure I do everything by the book. Tony Cipriani, Ray Machowski. He's with us. Hey, we're gonna go fight organized crime now. You run along to the precinct, fill out a report. You're a good kid. Let's go, Tony. Piece of shit, Leon. Ух ты, вы видели? Видели, да? Это же был Рэй Мачовски из GTA 3. Ну, если вы вдруг не помните, то это вот этот вот мужик из туалета, который давал задание Клоду. Правда, в отличие от той игры, здесь он похож на честного копа. Да что там похож, он и правда здесь честный коп, если посмотреть на его разговор с МакЭфри. Как же люди кардинально меняются за 3 года, а? Прямо уму непостижимо. И, между прочим, это правда. Я по себе сужу. А, ну и всем привет, дорогие друзья, с вами Старгуми, и мы продолжаем проходить игру GTA Liberty City Stories. Сегодня у нас довольно-таки необычная миссия, странная, можно даже сказать, но все же связанная с общим сюжетом, а именно с нагадиванием, с нагаживанием в дела семьи Форелли. Вот так вот. В общем, цель довольно-таки проста. Нужно приехать в центральный парк Белвиль и убить за 4 минуты 20 людей Форелли катаной, а они, в свою очередь, будут вооружены кухонными тесаками. Видимо, на этой миссии у Rockstar возник коллективный творческий кризис. Или они просто смотрели в этот момент какую-нибудь безумную японскую рекламу, что решили, а давайте вставим в игру, где Тони будет бегать с катаной и всех резать. Отличный план, отличный план. Что бы вам еще рассказать-то, а? Ну, например, миссия не очень сложная. Да и все, в принципе. А, ну, еще вот это вот представление, я назвал его «Битва даунов» или же пародия на 3-й сезон «Ходячих мертвецов», где Рик и его команда убивали зомби через дырки в заборе. Я думаю, вы помните, да? И нет, слово «дауны» и «Ходячие мертвецы» никак не связаны. Это просто, типа, две разные интерпретации, две разные версии. В общем, пока вы решаете, какая версия вам больше нравится, я с вами прощаюсь до следующей миссии. Всем спасибо за просмотр. С вами был Старгуми. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать. Обязательно вступать в мою группу ВКонтакте и, конечно же, ждать новые видео. Удачи!